Я занимаюсь воспитанием и натаской легавых собак. В этом году самой популярной стала двухнедельная программа «Подготовка к натаске», в которую входит набор базовых команд – сидеть, лежать, стоять, рядом и, самое главное, обучение портировке суши и воды. Это обучение полезно проходить щенкам перед основной натаской. Половина учеников по этой программе – взрослые собаки, которые не подают дичь. Основная ошибка в их воспитании была в том, что хозяева видели, как собака приносит палки по собственному желанию, и на этом успокаивались. Это неверно, такая собака не выполняет вашу команду, а просто играет. На охоте, когда вы сбиваете птицу, у собаки нет игрового настроя, и она отказывается приносить что-либо. Поэтому апортировке нужно уделять отдельное внимание. Если вы хотели отдать собаку ко мне в натаску, осталось два окошка. На короткую программу с 3 по 16 июля. И на полевую подготовку 1,5-2 месяца, это октябрь-ноябрь. Подробнее смотрите по ссылке в закрепленном комментарии. Написать мне можно в телеграм-канале.